Всем привет! Сегодня я сравню снайперские винтовки второго тира. Они относятся к одному классу, но отличаются друг от друга довольно сильно. Давайте разберемся. Исходя из основных характеристик, мы видим, что Remington 700 имеет больший разовый урон, дальность стрельбы и останавливающую силу, а ТОС-122 превосходит его лишь в шансе нанести кровотечение. Ну еще ТОС легче и практически не замедляет скорость вашего движения. Переходим к обвесу. Remington сразу идет со штатной четырехкратной оптикой, позволяющей эффективно работать с больших расстояний. В дальнейшем открывается очень богатый набор прицелов, вплоть до X8 с переменной кратностью. ТОС более скромен. Начинает вообще без оптики, и максимум, что можно установить, это X4. Совокупность этих факторов и диктует нам стиль игры. Remington 700 – хорошая дальнобойная снайперка. Благодаря мощной оптике способна закидывать через всю карту. Опирается на высокую альфу. Идеально для любителей сидеть на базе в кусте. ТОС-122 – более аркадное ружье. Легкий вес и средняя оптика заставляют воздержаться ближе к передовой. Кровотечение добавляют 50 урона к вашим попаданиям, что позволяет убивать одним выстрелом большинство противников. Вот в принципе и все. Надеюсь, мое видео поможет новичкам определиться с выбором. С вами был RedZlo. Пока!